Вчера в Нарском спортивном комплексе состоялось мероприятие, где собрались лучшие фитнес-тренеры со всей Эстонии. Основная цель такого мероприятия – это приобщить как можно больше людей к активному образу жизни. На мероприятии прошла встреча различных спортсменов – фитнеса, культуризма и бодибилдинга, а также аэробики. Все желающие могли увидеть и послушать рассказы спортсменов о том, что объединяет и в тот же самый момент различает существующие в Эстонии спортивные клубы. Вчера в Нарском спортивном центре собрались спортсмены из 5 городов. Нарва, Таллин, Эльва, Вильгинди и Ихви. Если вы посмотрите за моей спиной, можно увидеть мастеров разных федераций. И мне кажется, этот опыт, он сегодня очень полезен в том плане, что приходит с этим понимание о фитнесе, культуризме, бодибилдинге, бодифитнесе, аэробике. И люди, которые наблюдают за этим мероприятием, они начинают больше понимать, что им подходит, что для них. И видят действительно людей, на которых можно успешно равняться, брать пример. Достаточно сказать, что в этом зале есть Аргуадер, участник не только соревнований среди культуристов, но и танца со звездами эстонского проекта, правда. Вот. И все эти люди, они достаточно активны в своей деятельности и занимаются не только практикуют тренерскую деятельность, но и различными видами бизнеса. То есть это успешные люди, и мне приятно, особенно приятно. Я уверен, что дело не в кризисе, они приехали сюда, не спросив с нас никакого гонорара, а дело в том, что людей сегодня общество интересов достаточно объединяет. Им интересно проводить вместе досуг, и именно досуг в такой форме, да, не за стаканом, за столом дома, а в тренажерном, к примеру, в зале, в студии аэробики, и делать это достаточно мотивированно. Приятно отметить, что представители Вейдера из Латвии тоже сегодня здесь. Вейдер – компания, которая выпускает не только пищевые добавки или, к примеру, тренажеры. Имя Вейдера давно уже стало брендом, и на мировом рынке это бренд номер один, потому что с ним связано, собственно, все, что берет начало для фитнеса, ну, культуризма, бодибилдинга. На мероприятии можно было продегустировать пищевые добавки, которые предоставила фирма Вейдер. А редактор журнала Muscle & Fitness Hers Игорь Одненко ответил на интересующие присутствующих вопросы. Мир фитнеса настолько интересен, что он может объединить людей со всех уголков Эстонии, что, собственно говоря, приятно. И мне очень приятно как раз тот момент, что это мероприятие проходит именно в городе Нарве. И мы планируем такого рода мастер-классы, мероприятия проводить в городе Нарве регулярно, в содействии журнала «Москва Фитнес и Херс», который выпускается в Эстонии на эстонском языке, со спортивным клубом «Банзуна» и с организаторами конкурса «Фитнес-модель» Виталием Алининым. И наша цель является привлечь как можно больше людей к активному образу жизни, поскольку фитнес – это как раз тот уникальный вид активной жизни, где нет границы, в каком возрасте начать его и в каком возрасте закончить. То есть фитнес-зал могут посещать как 5-летние, 6-летние уже юные, а также никогда не поздно и в 60 лет заняться своим здоровьем и посещать фитнес-зал. И вот это, я думаю, что хорошее начало пропагандировать фитнес именно в городе Нарве.